было принято решение, согласно уставу ОДКБ, о введении на территории Казахстана объединенной группировки войск, в которую войдут Армения, в которую войдут кыргызские вооруженные силы, в которую войдут Белоруссия и Россия, аэромобильные подразделения. Так как данная структура отработана в командно-штабном отношении, отработана в тактическом отношении и могут выполнять поставленную задачу. Перед коллективными силами стоят две задачи. Первая задача – это обеспечение безопасности политической и военной инфраструктуры Казахстана. Вторая задача – помочь правоохранительным органам Республики Казахстан в наведении конституционного порядка. Вот две задачи, которые стоят перед объединенными силами. Мера своевременная, мера важная, архиважная на данный момент. И наше правительство приняло смелое и правильное решение в целях обеспечения дальнейшей нашей национальной безопасности поддержать, естественно, в силу того, что мы являемся активными членами блока ОДКБ, данное решение секретариата ОДКБ. Потому что данная ситуация в дальнейшем потенциально опасна в целом для всего мира на постсоветском пространстве. Речь идет как раз-то не об активном участии сил ОДКБ в плане проведения антитеррористических или там социальных массовых политических мероприятий, разгон. Об этом не идет речь. Речь, опять же, повторяюсь, идет в целом о помощи правоохранительным органам Республики Казахстан в обеспечении конституционного порядка.